Новый год, веселится весь народ. Без бед, чтоб жить и без хлопот, встречай с песней у ворот. Тем более, что символ 2017-го тоже не прочь погорланить. Чтобы угодить петуху, жители села Крестики Оконечниковского района даже построили новый курятник, в котором живет породистая птица. А участники фольклорного ансамбля «Молодица» встречают Новый год по традициям своих предков – челдонов. Что такое гребятница и затируха? И почему эти блюда обязательно должны быть на праздничном столе? Почему песни в этом селе не поют, а играют? И какой обряд помогает всем желаниям исполниться? Новогодняя шумиха по-кристински. Смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной в пятницу в 20:30 на 12-м канале.